Выполним сложение чисел 126 и 292. Числа записаны одно под другим. Одинаковые разряды стоят строго друг под другом. Единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Выполняем вычисление с наименьшего разряда. Складываем единицы 6 плюс 2 8 складываем 2 десятка и 9 десятков, получаем 11 десятков. Это одна сотня, которую добавляем к сотням и один десяток записываем под десятками. Складываем одну и две сотни, да еще одну сотню. Всего четыре сотни. Ответ 418. Усложним задание. Выполним сложение чисел 3126 и 4292. Обнаружилась проблема. Складывать нужно не трехзначные числа, а четырехзначные. Мы не знаем алгоритма вычислений многозначных чисел. Пришло время это исправить. На уроке мы узнаем алгоритм вычислений. Научимся применять алгоритм при вычислении с многозначными числами. Сможем решать выражения.